Добро пожаловать на массовый открытый онлайн-курс по созданию и управлению парком мира. Парки мира являются трансграничными охраняемыми территориями, предназначенными для сохранения биологического разнообразия, укрепления мира и сотрудничества. Парки мира получают особое признание за их крайне важное значение в сфере экологического миростроительства. Создание и развитие парков мира требует динамического подхода к совместному управлению природными ресурсами вдоль политических границ. Этот курс даст вам знания, необходимые для создания парков мира, а также предоставит решения для задач, с которыми сталкиваются на практике эти важные природоохранные проекты. Курс состоит из трех уроков. Урок 1 – введение в понятие парков мира. Второй урок – развитие управления парками мира – и урок 3 – проблемы и извлеченные уроки. Предлагаемое время, необходимое для каждого урока, составляет 2 часа. Курс подготовлен программой развития ООН, в партнерстве с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, инициативой «Диалог по вопросам мира и биоразнообразия», программой ООН по окружающей среде и форумом НСПДС. Финансовая поддержка предоставлена инициативой «Диалог по вопросам мира и биоразнообразия» Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии, финансируемой Министерством по защите окружающей среды Республики Корея. Цель этого курса – предоставить вам всю необходимую информацию, чтобы вы могли аргументированно обосновывать необходимое создание парка мира, обозначить ключевые этапы планирования парка мира, разработать эффективный план по управлению парком мира с учетом ваших конкретных обстоятельств и решить проблемы, связанные с созданием и управлением парком мира. Урок 1 посвящен контексту создания парка мира. Он даст определение парка мира, подчеркнет цели и выгоды от создания парков мира, раскроет основы международной политики, благоприятствующие их созданию, а также мировые тенденции в их создании. В заключительной части будет рассмотрен вклад парков мира в достижение целей биоразнообразия IT и целей устойчивого развития. В уроке 2 будет рассмотрена пошаговая схема создания, планирования и управления парков мира. В этом уроке будут предоставлены 4 этапа планирования парков мира. Вы ознакомитесь с каждым этапом плана действий – диагностикой, проектированием, принятием мер и оценкой. Во втором уроке будут также затронуты ключевые элементы, которые необходимо учитывать при разработке эффективного плана управления парком мира, такие как разработка механизмов сотрудничества, освоение основных тенденций, стратегий и навыков ведения переговоров. Урок 3 будет посвящен общим проблемам и извлеченным урокам в различных областях, включая экологическое миростроительство и разрешение конфликтов, правовые, управленческие и правоохранительные задачи, совместное планирование и управление, экологические проблемы, задачи социально-экономической, культурной и региональной интеграции и обеспечение финансовой устойчивости. Содержание каждой недели включает обучающее видео, подобное этому. Видеоматериалы служат дополнением к урокам и идеально подходят для тех, кто хотел бы получить краткий обзор по теме недели. Эти видео не являются обязательными компонентами курса. Они кратко излагают содержание урока и помогут вам получить высокие баллы при прохождении еженедельных тестов, необходимых для получения сертификата. Если у вас есть какие-то вопросы во время прохождения курса, пожалуйста, обратитесь к нам по адресу info@learningfornature.org. Мы надеемся, что вам понравится этот курс. Давайте начнем!